Вот второй ролик уже, сегодня 25 июня 2015 года. Детский православный лагерь «Стан». Вот ребятишки постряпали сами булочки. И вот сейчас старшие сестры испекли и всем раздают. Кто какие испек. Ягоды я вот... Где батончик? Ну, какие есть такие? Это твоя? Да, это мой. Разбирай. Вот. Это Илья застряпал. Бери. Аня. Бери. Вот Андрей застряпал. Угу. Все, я вижу. Только не кушайте не этот, они еще горячие, пусть чуть-чуть остынет. Так, на. Они холодные. Эти остыли. Да. Все постряпало. А? Все, бери, бери. Такая есть, бери. Так, мальчики, бери. Бери, и там всем по одной раздавай. Пока по одной берите. Во, какой у тебя. Во, Нестеров, это что у тебя за продукт такой? Непонятно. Пока не этот, холодный. Так, все, молча, молча. Берем молча все. Еще есть второй тазик, там во втором тазике тоже. Подождите, еще не спеклись. Берите, девочки, какой попадет. Кому не надо? Тихо. Ешьте. А зачем вы вот этому отроку маленькую кружку давали? Я уже объясняла вам. Кому? Нестор, ты пил? Вот Нестору надо было. Ты не пил еще? Подожди, Кирилл. Пил или нет? Девочки, берите все подряд. По одной. Схватили. Всем по одной. Всегда по одной. Что вы на две тут? Все по одной. Там еще разве не знаете, что всегда по одной? Ну что вы две испекли? Ну, а вторая где? У нас еще не спеклися, еще там пекется. У всех булки есть? Да. У кого нету? Все. У кого нету булочки? Это Арсенькин. Я помню, он такой где-то. Какая? С бугром. Ну вот эти остынут. Ну вот, слава богу. А что, мои чебурек не спекся? Чебурек? Ну, он тут крайний. Ну, тут даже ягодки у нас есть. Нет, не мочь. У всех компот? Стекон у парня нет компота. Подожди, я ему маленько отолью. Эти сейчас остынут. Вот коршун летает. Добычу ищет себе. Красавец какой. Слава Богу за все.